данный момент ситуацию расскажем. Ходили по разным местам, во многих местах были. Уже везде забирают только мусор. Тела погибших, говорят, нету уже больше. Решил рассказать и показать вам вокруг, что происходит. У них даже дрова появилась. Надеюсь, нам один мешок дров дадут. Надеемся просто. У нас дрова закончились. Будем просить у них. Женя, пару слов скажи, откуда ты и как ты сюда попал? Сам я из Чувашской республики, город Чебоксары. Увидел в новостях о происшествии и решил помочь своими силами. Вот, встретил ребят по дороге в аэропорту в Стамбуле. И вместе с ними прилетели в Адану. В Адане закупили палатки, на чем спать. И приехали на машине сюда, в Мараш. И тут в Мараше уже обустроились и начали помогать доставать людей из развалин. Из развалин, да. Молодец, молодец. Вот так и надо. Нельзя сидеть дома. Сразу надо двигаться. Какого числа ты сюда тронулся, получается? Так, ну мы один день, получается, в Адане потратили, потому что закрылись магазины. Ага. Не могли купить палатку. Поэтому, а так, в принципе, сколько, 5 дней назад, получается. 5 дней назад ты тронулся сюда, на эту сторону. Это уже на второй, третий день ты уже на дорогу тронулся. Примерно так, да. Примерно так, да? Молодец. Молодец. Респект. Сейчас вокруг тоже покажу. Вот этот мечеть, видим, хорошо сохранился. Нету, не видим отсюда никаких трещин. Остальные все дома. Думаем, уберет. Ни одного дома здесь не останется. Будет очищать. И забирать. Первые дни здесь вообще как кошмар. Здесь ходить места не было. Очень много людей было здесь. Сейчас уже людей мало. Только некоторые работники остались. МЧС, местный МЧС, турецкий. Так, хочу всех поблагодарить, которые нам помогали. В эти трудные минуты многим помогаем деньгами, чтобы обратно улететь. И самим помогаем, как говорится. Дай Аллах вам всем здоровья. Думаю, уже здесь все завершилось. Чем могли, помогли. Поэтому будем собираться. Не знаю, может, завтра тронемся. Сейчас с ребятами поговорим, чем еще мы можем здесь помочь. Многие частные дома в той стороне тоже
идет к сносу. Будет все сносить. Очень много частных домов здесь разрушенных. Наверное, еще много есть, которые мы не видели. Не стали ходить на ту сторону. Может, еще дойдем на ту сторону, посмотрим, ситуация какая. Все это забирают, вы как вы видите. Задача была помочь людям. Если даже я блогер, если даже я оператор, время от времени находили время и показывали, что здесь происходит. Вот такая была задача. Наши ребята очень хорошо помогли. Ребята шустрые, сильные. Очень много людей трупов вытащили. Получается, спасли два человека, мать с ребенком. Старались как могли, работали изо всех сил. Всем хочу поблагодарить. Хочу поблагодарить Сулеймана из Бурсы, который делал шорпа и каждый день раздавал людям. Так, кого еще? Начиная, Арсланбек Султанбеков помог нам с палаткой. Без этой палатки нам было бы очень тяжело. 7 человек, 10 человек спали в этой палатке. Увидели теплый постель, как говорится. Печку тоже поставили, топили уже 2 дня. Очень хорошо поспали.